Какая-то куча. Это страна морозов. У вас вечный мороз. Это, оказывается, у вас и лето есть. А вы думали, у нас тут всегда холодно, наверное? Да, я думал, постоянно холодно. Ясно. А щуку-то где поймали? Тут или там? Там, где она стоит. Значит, там еще есть, наверное. Здесь поклёпка. О, сошла. Эй, опять схватила кто-то. Одна сходит, другая схватает. Не очень крупная. Очень крупная. Опа. Опа. Ага. Ой. Небольшая. По местным меркам средняя. Соскочила сама хоть. Средний. Среднячок. Покажись хоть. Отлично. Хорошая щука. Хорошая. Но небольшая. Thank you.
Ага, это Виктор, Виктор. Виктор поймал большой. Отпускаем. Че, наловился уже? Наловился? Сколько штук поймал? Сколько поймал? Вот такие, да? Все. Там уже идут соревнования. Кто выловит, ага. На счет три кидает. Чью возьмет. Давайте мы тоже там пойдем к Светлане Борисовне также. Светлана Борисовна, подойдите сюда, здесь посоревнуемся. Здесь хорошее место, новое. Необловленное. Чью блесну возьмет. Ну, чью блесну, как бы, вперед возьмет, первее. Кто быстрее поймает? Так, дорогие подписчики, сейчас будет соревнование. Стой, ты слишком далеко отошел. Ну, давайте, вот ты там встаньте, ты там, я здесь. Ну, что же, на счет три будем забрасывать, а потом тащить. Да, у кого перед поймает. Раз, два, три. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, ловись, ловись. Ну, есть! Есть! Окунь! Окунь не зачет, сказали. Только щука. Ладно. А трава? Трава вообще. Ноль полный. Молоко. Давай тогда быстрее. Отцепляйся. Щука так щука. Сейчас поймаем щуку. Ну, ну, давай, 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 давай. Штюк, штюк. Штука. Нужна штука. Так, Светлана Борисовна уже что-то поймала. Поймала, но еще не вытащила. Это есть шанс. И это и есть шанс. Давай быстрее, 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 ловись. Ловись, ловись. Да еще и сорвалась у нее, вообще классно.
Ага. Ну-ка. Опять его конь. Да какой здоровущий. Пока еще никто не поймал, ага. Никому еще не считается. Не, ну это не считается. Надо в руках подержать, сказали. Никогда так не радовался, когда... Впервые радуюсь, когда человек упускает щуку. Ага. Да что ты будешь делать? Так, Руслан, нельзя уходить, там стоим. Там мы стоим, да, с места? Да. Вот такие лови своих худей. Так, Светлана Борисовна, не получилось. Да. Мы должны быть хладнокровными. Руслана окунь. Тоже не в засчет. Есть! Ох! Нет! Щука, не уходи! Штюк! Штук. Штука. Есть. Осталось только вытащить. Ого! Да не маленькая-то! Щучка-то не маленькая! Ага! Ага! Ну сейчас посмотрим, она от кого ушла. Действительно ли она от вас ушла, или же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Вот это да. Вот это я поймал щуку здоровую. И тем самым я побеждаю в этом конкурсе. Все, я победил. Отдай. Отдай. Вот так. Есть. Мы доказали свое превосходство. Не слышу поздравлений. Вот. Вот так и должно быть. Аккуратно хоть взял-то. Кто? А, даже во рту у нее не была. Да? Да. Поводок во рту застрял.
за зубы. Так и вытащил. Ага. Есть. Да, конечно, он ее прикормил, приучил, но отсюда пошел. Они с ней договорились. Так, это, по-моему, вообще крупное. Друзья. Да. Хорошая, хорошая. Иди, иди, детоньку, иди, детоньку, гуляй. Что, на окушков подсел? Ну. Прикалывает? Вон, Светлана Борисовна, есть тоненькие щипчики у длины. У меня слишком жесткие. Светлана, больше дайте щипчики. Опа! Так, Светлана Борисовна, поклевка. Чё, крупноватый, нет? А, Светлана Борисовна? Ну, по ощущениям-то как? Крупный или все одно? Нет, ничего у меня не все одно. Ты чё как это за меня мыслишь? Помолчи. Вот никакого воспитания вообще. Ну вы хоть что-нибудь говорите, то... Зачем? Ты не видишь, что я увлечена? Рыбой. Надо комментировать. Да большая, ты... маленькая, средняя. А то у вас как прям это... Молча все это. Молчание — это золото. Ну и молчите тогда дальше, стойте. Да, надо выходить. Большая? Быстро. Что, глубоко, глубоко же. Узнал? Ай, тяла, кумала лад. А, нет, смотри. Большая! Большая? Юнус, иди сюда, съем, съем, съемали.
Так, вот подъехали к табору. Сделал заброс просто мышки, вот попробовал. Вот буквально подъехали. И сразу тут щука схватила. Ну такая, средняя. Подъехал, сразу бросил, сразу схватила. Заброс поклевка называется. Ну неплохая. Ну неплохая, Славик, между прочим. Отличная. Берем. Да ладно, отпустим. Зачем брать? Я всегда это отпускаю. Так, это большая. Не маленькая щука-то. Виктор, сколько здесь на глаз-то? Где-то 7-8, да? Ну, как минимум 8 есть. Ну вот, 8 килограммов. Посмотрите, мышь схватила вот сразу. Щука на 8 килограмм возле табора. Главное, возле табора. Кто же... Кто мог поймать? Подумайте сами. Молодец. Держи хвост, давай. Хвосту. Так, метр, вот он. Где тут метр? Вот он, что ли? Нет. А, подожди, так, насечка. 90-91. Вот так. Вот тут метр. Метр. И? Ну вот, 1,20 м, как я и говорил. 1,20 м, да? Да. Смотри, вот метр должен быть. Да. Путил, а он ел массу. Не верит. Держим, держим, еще раз вы подсветите. Нет, хорошо. Так у нас соревнования между собой. Да, ну, вам надо подсветить. Вот хвост. Так. Это метр. У метра. А крон максим должен быть. И 20. Есть ли 2 метра доложить? Все, спасибо, что замерли, а то при свидетеле. Так а он точно 11 килограмм? Весили, да? Слушай, я думаю, что она больше. Мне тоже кажется больше. Что-то я тащил это. Тяжелое было. Может, на это взвесим? Вот. А, электронный есть? Давай на этом. Это, наверное, меньше покажет. Что-то мне кажется. Он же китайский. Вот больше. Там он 12,5 показывает. Да, почти 13. Да, почти 13. 35 килограмм. Да? Сейчас. Оп. 35 килограмм. Я мой довод. Я, допустим. Че там показывает? О, там 2 килограмма. 2 килограмма. Ну, надо вот на этих взвесить. Давайте я на этих подниму. Давай, 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 я это подниму. Вот. Так, по нулям. Да, со фильма знаю я. Подожди, Слава, сейчас, стой, стой, стой.
Слава, подожди, пожалуйста. Подожди, Слава. Мы хотим снять. Ага. Давай. Че бомбит есть. У нас внутреннее соревнование. Румынское первенство. Штука принца де Викторач. Care are un 11 kilograme. 11 kilograme. 11 kilograme. Perfect. Perfect. Superbă frumoasă. 10800. 20. Метр 20. 10800, метр 20 длиной. Вот эта щука поймал Виктор. Будем ее жарить завтра. Вот. Я Виктор, я пунте лингая. А вот эту, это? Ну, фара мечто, пунте лингая, савада ке. Рядом поменьше. 4 кило. Пуна ича по ярба и пунте лингая. Кум сума, сума, аж я сум кукаца, че питали. 5600. Венем пе друм. Буф! One! Буф! Aici! То есть она приплыла, да? Lângă, aici, Victor, că acolo e murdar. Ia-o de aici. 5600. В два раза больше вот эта щука ее. Э, мы я отдаю и пун aici, că e curat. Victor, все. Пунте lângă. Да ну vreau, да, лас мам пач. A luat foc, juniorul? Auzi, pane? Виктор жарит рыбу. Он в трусах, поэтому показываю его только голову. Руслан разговаривает. Ребята пришли с рыбалки. Это комарики кусали, да, или это родинки? Это мошка. А, это мошка кусает. Да. Виктор, а вы что, трофей поймали, нет какой-нибудь? Сегодня 10 килограмм не, а поймал Стефан. Красавчик. 10 ровно, да? Нет, 10 700. Ваша 10 800 вчера была. Нет, подожди, 9 700 в нем. 9 700, извини. Ага, 9 700. Юнус, сколько лад, Стефан? Новых? Нет, 9 800. Ясно. Значит, еще не перевелись большие щуки. Все, и хватит. Все, выезжаем домой. Что я ставлю? 4 часа выезжаем, чтобы успеть. 4-5 часа самолет после обеда. Вот, ребят, отправляю домой, в аэропорт. Все, радостные, смайл, хэппи туристы. Да, very happy туристы из Румынии. Да, из Румынии. Ребята очень счастливы. Ну, я тоже рад, что все хорошо получилось. Мы сейчас поедем в аэропорт. Ну, по секрету.